Виктория только что закончила делать мой макияж для фотосессии. Виктория, какая цветовая палитра преобладает в моем макияже? Вижу, что для съемки ты выбрала натуральный мейк. Да, я выбрала натуральные оттенки, преимущественно песочного цвета. Он эффектно подчеркивает твой натуральный цвет глаз. И чтобы действительно выделить глаза, я использовала лайнер цвета бургундского вина. Линия не такая очевидная поверх твоих ресниц. Ну а для завершения лука я использовала жидкую подводку для глаз. В уголках я заметила, ты выбрала темный цвет теней, чтобы визуально глаза казались больше. Да, это фиолетовые тени. Очень подходят твоим глазам. Я всегда советую всем при выборе оттенков макияжа не следовать моде, а выбирать то, что подходит именно вам и вашему лицу. Хочу задать тебе практичный вопрос по поводу накладных ресниц. Подводить до или после того, как приклеили их? Ну, вообще-то, оба варианта возможны. Если решили подвести до, тогда нужно это делать строго у основания ресниц. Если вы новичок в накладывании ресниц, вы не сможете с первого раза наклеить их четко по линии, и останется пространство между ресницами и веком. Тренируйтесь, тренируйтесь, слушайте советы профессионалов. Джинни – стилист по волосам сегодняшней фотосессии. Но спешу сообщить, что Джинни и сама по себе селебрити, так как она является участницей шоу на Браво Ченнел. Как называется? Самое модное шоу на Браво Ченнел. Видите, на этой фотосессии мне посчастливилось работать со звездой. И вот почему мои волосы выглядят так шикарно. Поделись, почему ты выбрала такую прическу для этой съемки? Это лучше всего подходит для образа невесты? Да, я думаю, что вот такая прическа на невесте выглядит по-современному нежно. Свежо, так сказать. Я не стала поднимать твои волосы в хвост, так как хотела показать их ухоженность и красоту. Для подготовки волос я использовала специальный гель. Затем для закрепления завивки я нанесла лак для волнистых волос. Вот посмотрите, после того, как мы завили волосы, закрепляем следующим образом. Фиксируем лаком и затем отпускаем. После этого волосы приобретают красивую натуральную волну. Ну и, конечно же, это придает объем волосам. Они становятся легкими. Но вы же не хотите, чтобы на вашей свадьбе ваши волосы выглядели тяжелыми. Все-таки выгоднее смотрятся натуральные светящиеся волосы, нежели неестественные прически. А также, если вы хотите, чтобы волосы выглядели пышнее, Джинни, покажи мои экстеншены. Да, и мне кажется, что некоторые даже не подозревают, что мы действительно используем их во время фотосессий и на красных дорожках. Но экстеншены действительно придают экстра объем волосам, и в данном случае нашей свадебной прическе. И они очень легко отстегиваются. Сейчас я вам покажу. Вот так вот мы, модели, выглядим, когда снимают с нас все накладные ногти, накладные ресницы, накладные волосы, и остаемся мы куцами мышками. Убедитесь, что их покрывают ваши настоящие волосы, чтобы это выглядело естественно. Выдаем секреты всех красных дорожек и телевизионных шоу. Hi, my name is Jeannie Saifu, celebrity stylist for TRESemmé. Be trendy on MTV.